Друзья, если я скажу, что люблю сжигать каждый свежий номер газеты, в которой работаю, а затем валяться в пепле и петь цыганские песни, вы, конечно же, скажете мне на это, что я несу ерунду. Да, я несу ерунду. И делаю это для того, чтобы показать, что не люблю, когда и нам, журналистам, несут ерунду, нас обманывают. Сегодня 16 сентября. Прошла ровно неделя, как я стоял здесь же. Также за моей спиной виднелся сухой фонтан. Тогда, неделю назад, его начали заколачивать. Как мы написали в своей статье, началась консервация. Нас это беспокоило, поскольку с середины лета перестала работать половина секции фонтана. Сначала, дескать, это профилактика, потом таки нам признались, что вышло из строя оборудование, и оно требует замены. Какое оборудование, мы не услышали. Но 2 года назад мы писали, что при строительстве этого фонтана, скажем, вместо 15 циркулярных насосов по проекту было поставлено 5 фекальных. То же самое с форсунками, то же самое с пешеходными модулями и с многим другим. Тогда нам говорили, что это для улучшения характеристик будущего фонтана. А мы при подсказках некоторых специалистов сделали предположение, что это оборудование, поставленное взамен проектному, проработает год-два. Вот, кажется, оно и случилось. В середине этого лета 2022 года половина секции перестала работать. И неделю назад мы рассказали, что фонтан уходит на консервацию. Соответственно, высказали беспокойство, что тем самым до 2023 года снимается вопрос о замене оборудования, а гарантийные сроки, как известно, имеют свойство истекать. Но в ответ на эту публикацию в администрации Кинешина нам сказали, это не консервация, это временная мера только на день Волжского бульвара. Здесь будет работать диджей, а территория сухого фонтана станет своего рода танцевальной площадкой. И после праздника фонтан снова вскроют, запустят и поменяют высшие строи оборудования. Прошла неделя после праздника, мы снова здесь. Покрытие так и остается. Сходили на Волжский бульвар к мальчику с рыбкой. Мальчика с рыбкой нет. Фонтан заколочен. То есть сезон фонтанов в Кинешме завершен. Как выясняется, это не временная мера была. А дальше я не стану ничего говорить, простите. Понесет. Не стану ничего говорить. У меня все.